Президент страны Петр Порошенко, он обратился ко всем присутствующим с получасовой речи. В частности, он свой разговор, свою беседу начал с того, что заявил, что впервые за много времени последние 24 часа прошли без обстрелов и без жертв в Донбассе. Также глава государства отметил, что все пункты Минских соглашений нужно выполнить до конца 2015 года, то есть остается всего лишь несколько месяцев. Также, по словам Петра Порошенко, вообще же его речь была наполнена антироссийской риторикой, и в частности он сказал, что необходимо усилить санкции против России в случае, если Москва якобы будет препятствовать урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, украинский лидер призвал мировое сообщество к обсуждению развертывания международной операции в Донбассе. Давайте послушаем слова президента. Время обсудить возможность развертывания операции на Донбассе для поддержания надлежащего выполнения Минских соглашений. Это поможет нам достичь двух целей для восстановления мира в Донецке и Луганске, а также восстановления контроля за украинско-российской границей. Это две главные предпосылки для мира и стабильности на Донбассе. Кроме того, Петр Порошенко призывает мировое сообщество, в частности, представителей зарубежных стран, которые сегодня присутствуют на Киевском форуме, обсудить вопрос решения права вето России на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Петр Порошенко заинтриговал всех присутствующих. Был вопрос задан президенту по поводу его активов в России, и он, в частности, сказал, что в ближайшее время будет по этому поводу какая-то информация. Но мы следим за тем, как происходит и проходит форум «Европейская стратегия», и будем рассказывать о последних новостях. Тем временем разворачивается любопытная ситуация в украинском парламенте. Еще одна фракция заявила о том, что намерена выйти из парламентской коалиции. Это фракция Юлии Тимошенко «Батьківщина». Об этом заявил в одном из эфиров украинских телеканалов представитель этой политической силы Вадим Івченко. Давайте его послушаем. На порядок денный, який буду розглядатися. Так случилось, что последние полгода никаких значимых законов от «Батьківщини» не ставится. Мы статистами не будем. Или мы формируем вместе повестку дня, вместе договариваемся, объединяем общую позицию и голосуем, или мы не будем статистами, мы будем следующими, кто выйдет из коалиции. И напомню, что около двух недель назад из парламентской коалиции Верховной Рады Украины вышла радикальная партия Олега Ляшко. Эта политическая сила заявила, что он теперь будет в оппозиции нынешнему курсу президента и правительства. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше в украинском парламенте.